Приветствую всех на канале Яна Чакина. Только что из магазина ездили, закупались лента, магнит. Закупка у нас на 8,5 тысяч. Итогу закупались на месяц, так как сейчас отдаем машину в ремонт. И поэтому, чтобы не ходить в магазин, сразу все купили, чтобы холодильник был полным. Сейчас покажу, что мы купили. Вот такая закупка у нас получилась в магазине «Лента». Ой, на улице жара ужасная. Уже плюс 11. Сегодня 13 апреля. Чеки у нас высылают на электронную почту. В руки не дают. Так что рассказываю так, по памяти. 78 сахар. Взяли две штуки. Капуста цветная. 337 рублей. По карте 279, как кусок мяса цена. Мандарины 205 рублей на 170 рублей. Молоко. Молоко по 22 рубля. Кстати, даже их марка очень-очень вкусное молоко. Ой. Дальше мясо. Мясо купили по 299 рублей за килограмм. Два кусочка. Один и второй. Так как эта закупка будет на месяц, хочу разделить примерно на 3 борща у меня получится, потому что там еще для борща набор, я сейчас покажу. И суп гороховый. На пару супов гороховых. Отлично. Так, дальше. Вот такой набор там собрала. Была акция венчик, толкушка 134 рубля. Ну и 250 рублей молоточек. Ну, прям тяжеленький. Цвет такой мятный, красивый. Это по 300 рублей по один и второй нож. И далее семена. Посмотрим, что за семена, будем ли мы садить. А папа может кусочек колбаски. Очень давно уже. Я даже не помню, даже когда брали колбасу. Это муж взял, поэтому цену я не подскажу. Неудобно, лучше настоящие чеки, чем электронные. Так, ну а сейчас большая закупка из магазина «Магнит». Вот такая у нас получилась закупка. 6102. Я покажу вот так вот медленно. Кому интересно, прям посмотреть, поставьте на паузу. Так. Это цены на 13 апреля. Закупка. Так скажу сразу, если кто еще не в курсе, давным-давно уже существует группа ВКонтакте Яны Чакины. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Непонятно, что будет с Ютубом. И есть на Рутубе у меня канал. Но видео все у меня закрытые. Так как много функций в Рутубе еще не сделано, и сделают ли вообще, непонятно. Поэтому видео там закрыты. А вот ВКонтакте все видео, которые выходят в данный момент в Ютубе, есть ВКонтакте. Очень вас жду. Дорог каждый из вас. Спасибо. Так, ну сейчас пробежимся. Я быстро расскажу. Ручки. Ручки. Вообще по 3 рубля. Прекрасные. Они такие, как силиконовые. Классные, классные. 39 рублей шоколадки. Мы такие очень любим из шоколада. 129 шоколад без сахара. Обычно он подороже. Акция была. По 50 рублей шоколадки. Твикс, Твикс, Пикник, Киткат. Ну, такой вот в белом шоколаде. 250 рублей дорого, да, без акции взяли. Но это наш любимый, мы его берем постоянно. Ополаскиватель зубов. Так, дальше. Вот такие вот взяли. Пастила медовая с таежными ягодами. Вот такие вот. Зефир.
Вот такой вот зефир яблочный. И вот зефир семейные секреты. Мы его брали, он очень вкусный. Он где-то, ну вот посмотрите, в ценнике, по-моему, 129 рублей. Капуста. Капуста у нас подорожала на 10 рублей. Вот, даже на 15 с прошлой закупки. Ну, 2 недели прошло. Вот, один кочанчик у нас вышел на 109 рублей, и второй на 140 рублей. Это 150 рублей, это картофель, килограмма 3, по-моему, здесь, если я не ошибаюсь. А сыр, кстати, сыр начал дешеветь, смотрите, я вам за 800 показывала, 223 рубля. И это тоже, можно сказать, что на 100 рублей сыр подешевел. Халва, халва. У нас это по 39 или 49, не помню. Обычно не было. Муж у меня не ест с орехами. А вот это халва для меня. По кусочку, вот грамм 30-40 в день. Прекрасно, можно дальше. Халва пользу не приносит. Лук. Опс. На 14 рублей. 51 рубль килограмм. Помидоры 194 рубля килограмм, на 92 рубля 3 помидора. Это чисто на борщ, хочу 3 борща разделить. Один перец на 94 рубля. Конечно, была бы дачка, перчик был бы свой. Сметану, сметану мы такую берем постоянно, кто смотрит мои обзоры. Горох. Такой вот хорошенький горох. Мы такой покупаем. Кстати, в Магните мне больше нравится горох, чем в Пятерочке. Он менее пену дает. Батоны. Наших не было, поэтому вот такой вот нарезной. По 49 сочная курица Кнор. Ну, такая курица вкусная получается. Ой, вообще, попробуйте, если увидите, запечь. Очень вкусно. Это перчатки. По 30 рублей очень любимый зубной порошок из детства. По 99 рублей огурцы. Опять упала цена на тепличные пузырчатки. А помидоры 139. Цена такая же. 4 упаковки, 4 огурцов, 4 помидора. Масло 139 рублей. Какая-то новинка. Вот они такие вот узенькие. Открыли, прям пахнет молочком. Вот такие вот ватные палочки. А вот это антистресс по 30 рублей. Он такой нежный, такой мягкий. Вот так вот, как взяли в руку, так все, так автоматом в корзину и ушло. Ну, просто приятная прелесть для рук. Морковь. Морковь там такая страшная была. Пришлось взять вот такой вот в упаковке. Так, яйца. Курица у нас дорожает с каждой закупки. На сегодняшний день уже 161 рубль за килограмм. Фольга. Фольга одна потоньше, другая потолще. Толще 250, тоньше 99. Кстати, вот эта фольга вообще наипрекраснейшая. Я вот курочку делаю в духовке. Так. Это показала. Вроде все. Показала, рассказала, ничего не забыла. В общем, вот, вот такая вот закупка у нас получилась. 2500 лента и вот 600 у нас получилось в Магните. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто со мной. Всем спасибо, спасибо, пока, пока.